В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Более 70 тысяч новгородцев сделали первую прививку и почти 60 успели получить и вторую дозу. Очень удобно, когда передвижной медпункт приезжает прямо на предприятие. Сегодня работники третьей поликлиники уже в четвертый раз приехали на Кван, чтобы провакцинировать его сотрудников. Массовая прививочная кампания на этом предприятии началась еще в апреле. На данный момент 25% работников привиты. На сегодняшний день я с радостью констатирую, что второй месяц фактов заболевания ковидом у работников нет. Хотя были цифры весьма внушительные в начале года. Поэтому польза от этого очевидна. И еще раз аргументируя это цифрами, будем убеждать всех сделать прививки. К сожалению, Квант уже потерял несколько сотрудников из-за ковида, поэтому цель руководства – привить не менее 60% персонала. Кроме собственного здравпункта, квантовцы могут посетить для вакцинации и госпиталь ветеранов, который расположен в шаговой доступности от проходной предприятия.